«Экспо-2017» в Астане. Столица Казахстана с темой «Энергия будущего» станет местом проведения международной специализированной выставки «Экспо» в 2017 году. В Париже в штаб-квартире Международного бюро выставок на заседании 152-й сессии Генеральной ассамблеи состоялось тайное голосование, на котором представители 161 страны-участницы проголосовали за Астану. Кроме Астаны, за место проведения выставки в 2017 году боролся бельгийский Льеж. Кроме Льежа и Астаны, в эти дни свои заявки презентовали кандидаты на проведение «Экспо-2020» Екатеринбург, Дубай, Измир, Аютай и Сан-Пауло. Для Казахстана участие в предвыборной кампании на право проведения «Экспо-2017» – это бесценный опыт продвижения страны, установления новых дипломатических и торгово-экономических отношений. Международные выставки «Экспо» проводятся по всему миру с 1851 года и считаются третьим крупнейшим событием в мире после Олимпийских игр и Кубка мира по футболу ФИФА.